Привет, меня зовут Мэри Лита, я специалист по перманентному макияжу и тренер Международной Академии S. В этом видео я покажу вам пигменты BB Color и мои любимые миксы для губ. Color? Thank you. Итак, начнем. Первый пигмент – нюд. Это самый светлый нюдовый пигмент в нашей палитре, самый популярный. И как вы видите, этот пигмент мы можем использовать для очень-очень светлых губ. Следующий пигмент – Soft Rose или мягкая роза, нежная роза. Этот пигмент очень нежный, холодный эффект, и, как вы видите, мы его тоже можем использовать только для очень светлых губ. Rose. Третий цвет нашей палитры – это Glam Kiss. Это самый естественный, самый натуральный оттенок для губ. Его вы можете использовать для любого типа кожи. Следующий пигмент – Pure Rose. Это чистый розовый, это холодный, интенсивный розовый оттенок. Очень красивый оттенок. И вы его можете использовать только для теплых губ. Пожалуйста, не используйте его на темных губах. Следующий пигмент – это Cherry Lips. Яркий, интенсивный оттенок. И посмотрите на него, какой он красивый. Он может заживать или более розовым оттенком, или более красным оттенком. Все зависит от типа кожи клиента. Следующий оттенок – Coral, Coral. Этот оттенок теплый, теплый эффект, и его вы можете использовать для любого типа кожи. Посмотрите, какой он красивый. It had very red lips. И последний оттенок нашей палитры – это DLC – Dark Lips Corrector. Его вы можете использовать для холодных губ и также для темных этнических губ. Для светлых и теплых губ вы можете использовать практически всю палитру наших пигментов. Это нюд, это Soft Rose, Glam Kiss, Pure Rose, Cherry Lips и Coral. Для холодных и голубоватых губ вы можете использовать Glam Kiss, также Cherry Lips и Coral.
И для темных губ, конечно же, я советую использовать наш микс DLC для темных губ или секретный микс 3 капли оранжевого, 1 капля белого и 4 капли разбавителя. И сейчас я покажу вам волшебство. Я покажу вам мои любимые миксы для губ. Итак, за основу я люблю брать нюдовый оттенок. Это нюд. И также я очень люблю добавлять в нюдовый оттенок Soft Rose. Посмотрите, какой красивый цвет получается. Он получается нежный и немножечко более холодный розовый, нежели нюдовый. Обратите внимание, это два микса. Следующий мой любимый микс – это опять же нюд. Одну капельку добавим. И также это может быть Glam Kiss. Вы можете мешать этот оттенок, например, немножко больше Glam Kiss добавлять, если вы хотите немножко более интенсивный оттенок. То есть можете 50 на 50, как вам будет удобно. Обратите внимание. То есть это Glam Kiss, нюд. Он такой как бы пудровый получается. Это два вот этих оттенка, если обратите внимание. Следующий мой любимый микс – это нюд. Только давайте мы добавим сейчас 3-4 капельки этого оттенка и 1 капельку Pure Rose. И смотрите, какое волшебство у нас получается, когда мы перемешиваем эти оттенки. Если обратите внимание, это миксы этих двух пигментов. Смотрите, какой пудровый эффект получается. Color Winterberry. Следующий мой любимый микс – это Soft Rose. Можно делать 50 на 50 или, например, 60 на 40 и Pure Rose. Смотрите, тоже какой красивый оттенок получается. То есть Pure Rose не такой интенсивный, и в смеси с Soft Rose он приобретает более такой розоватый оттенок. Это микс этих двух пигментов. И последний микс для любительниц ярких губ. Это Cherry Lips и Coral. То есть Cherry немножко дает более розовинку в Coral. Да, и в то же время у нас остается насыщенный оттенок. Смотрите, как это работает. Смотрите, это микс этих двух пигментов. Вы можете также немножко больше добавлять Cherry Lips. И еще один секрет. Вы можете использовать разбавитель, дилутор. Например, вы можете его использовать, чтобы разбавить цвет. Например, берем Pure Rose, разбавляем его, и получается более прозрачный эффект на губах. Также я использую разбавитель, когда я хочу сделать бесконтурные губы или акварельную технику, очень легкую, чтобы не было контура. Тогда я беру 50% разбавителя, 1 капельку, и 1 капельку пигмента, например, Pure Rose. Делаю контур, а уже само заполнение я делаю чистым пигментом. Lips are different. Также хочу поделиться с вами своим опытом работы с холодными губами, темными губами, когда клиент хочет получить холодный розовый оттенок. Посмотрите на фотографии с потрясающими результатами заживления на темных губах холодного интенсивного розового оттенка. Эта девушка из Индии, мы сделали для нее 3 процедуры. Первая процедура была с пигментом DLC, вторая процедура была с пигментом Coral, и уже только третью процедуру мы уже переходили на Pure Rose и на Cherry Lips. BB Color – это концентрированные пигменты. Они заживают 70-80% в зависимости от выбранной вами техники. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие пигменты, какие миксы вам понравились и какие используете вы. Рекомендация для клиентов. Всегда говорите, какой цвет вы бы хотели получить. Конечно же, это зависит от цвета ваших губ. Но всегда приносите, пожалуйста, свою любимую помаду или карандаш.
Экспериментируйте с цветами. Сейчас много пигментов на рынке. Находите свои фавориты. Если вам понравились пигменты BB Color и их миксы, вы можете купить их у меня. Пожалуйста, пишите мне в Instagram, Facebook или на e-mail. Если вы работающий мастер и хотите улучшить свои знания или вступить в нашу академию, пожалуйста, записывайтесь на мои онлайн-курсы. Ссылочки внизу. Надеюсь, это видео было полезным для вас. В следующих видео я буду рассказывать и показывать мои любимые миксы для глаз. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой Instagram. Ваш лайк – это спасибо для меня. Скоро увидимся. Bye-bye.